Буквально недавно возник спор по поводу блюда карри, да, это индийское или японское блюдо. И у каждого есть своя правда, потому что карри, как есть и уже традиционно японское, как и традиционно индийское, да, в Японию оно пришло 150 лет назад, еще как британское блюдо, так как Индия была как колония Великобритании, и поэтому они считали, что британское блюдо. В Японии уже поменяли это блюдо, сделали таким острым, сделали более сладковатым, и поменяли еще и рис, сделали свой круглозернистый вкусный рис, а в Индии был другой длиннозернистый. В общем-то, блюдо приобрело свой оттенок, и он стал как традиционное японское блюдо. Если, в принципе, вам все понятно, тогда идем готовить. Итак, пока я поставил свою сковородку прогреться, она у меня плита чуть такая туговатая, я расскажу по поводу рецепта этого карри, да, вот с курицей. Как правило, тут идет курица, морковь, картофель, специи, соевые, рис паровой как гарнир и, конечно же, сама специя карри. Я сегодня буду делать без картофеля, по двум причинам, да. Во-первых, я забыл картофель, во-вторых, я просто не хочу делать картофель, я не люблю картофель, но подсознанием я забыл специально, наверное. Я уверен, что будет все равно вкусно, и я думаю, я в этом убежусь в конце этого видео. В общем, коротко разогрелась, идемте жарить. Итак, я взял курицу именно бедро, не филе. Бедро я люблю больше, но филе полезнее. Сегодня у нас будет бедро. Зачистил от шкуры, она нам сегодня не нужна. Хотя, если вы любите, оставляйте, это, блин, не принципиально. Это просто я так сделал, и все. Так, делаем помощнее. Так, пока курица у нас слегка сверху обжаривается, закинем лучок красный. И морковь. Хорошенько все перемешаем. Конечно же, это блюдо, мне кажется, удобнее делать на сковородке вок. Но сегодня сделаю на обычной. Дай бог, я в следующий раз покажу вам, как делать вообще вок, в принципе, лапшу удон. И я обязательно возьму сковородку вок и приготовлю на ней лапшу удон с чем-нибудь. Итак, немного посолим и поперчим. Кстати, морковку можно нарезать еще и кубиком, а лук, следовательно, такими шайбами, да? Итак, курица уже почти готова. Зальем соевого соуса. Она у нас чуть-чуть так потушится, потомится, соевый соус чуть выпарится. И добавим карри. В общем, что касаемо карри. Сегодня я взял с собой вот такой вот карри. Это корейское производство. Мне очень понравилось. Я пробовал его в Корее. Из этого взял себе пачечку до таких вот моментов. И сегодня на этот день настал, я решил приготовить. Ну что, вы можете купить карри другое, можете взять любой. Ну, не обычно берите, не местного производства, возьмите такой, не знаю, там, в японской или китайской лавке. Там много разных карри именно для японских блюд, а не для индийских. Они чуть отличаются. Поэтому попробуем сегодня с вот этим карри. Ну что, засыпаем специи карри. И перемешиваем. Так, делаем из риса такую вот заготовку на пончик. Я делал суши пончики, и у меня были такие заготовочки. Но они были поменьше, это покрупнее будет. Посередине мы зальем этот карри с курицей. Ну, такая будет необычная подача. Итак, и карри посередине. Так, сверху украшаем зеленым луком, немного кунжута и пару перчиков чили.
Ну что, вы сегодня научились готовить еще одно традиционное японское блюдо. Конечно же, вы можете для сравнения приготовить еще в индийском варианте карри, потом сравнить то и другое, и уже выберете свой любимый карри. Но вкус практически одинаковый, один немного острее, немного слаще, вот какая разница. И в карри по-индийски, там это как основное блюдо, это как тушеные овощи, как рагу, а в японском блюде это как дополнение к гарниру, к рису, вот в чем разница. В общем, попробуйте приготовить тот и тот карри и выберите свой. На этом все, увидимся в следующих видео. Всем пока!